это разный, это вид спорта. Это... Не волнуйся, все. Когда и борьба, и бокс, ага, и совмещаются. Угу. Это почтальон. Это несколько ударов. Руками и ногами. Руками только. Мой любимый удар – оверхенд. Ну, наверное, ну, как комбинация. Даже не знаю, почему. Мне нравится больше всего шишура. Я люблю больше всего ногами бить. Джек. Ну. Почему? Ну, потому что он ведет прям в лицо. Октагон – это клетка, где бьются. Это клетка. Это стадион, где дерутся. Это удар. Удар под подбородок. Это... Как там, боковой удар в лицо. Уперкот. Боковой, молодец. Удар сбоку. Потому что он мне нравится. Чем? И я тут нашел очень много друзей. Мне нравится очень сильно. Я тут нашел очень много друзей. И не знаю, почему-то очень сильно нравится атмосфера. Мне нравится сюда ходить. Во-первых, что тут, ну, просто нравится. Ну, я хочу, чтобы в будущем, если меня, не знаю, будут кто-нибудь обижать или что, чтобы ответить. Петр Ян и тренер. У него сибирский дух. Пускай она даже и далеко, но тут весело. Тренер самый лучший. Да. Иван.